Здравствуйте! Сегодня я расскажу вам об актерах, которых не стало 1 июля. 1 июля 2015 года из жизни ушел актер Владислав Васильевич Рындин, в фильмографии которого почти 20 проектов, например, «Тайны следствия», «Улицы разбитых фонарей» и «Солдат и слон». Актеру было 77 лет. 1 июля 2009 года этот мир покинула певица и актриса Людмила Георгиевна Зыкина. Она снялась почти в 10 лентах, например, «Когда песня не кончается» и «Похищение». Людмиле Зыкиной было 80 лет. 1 июля 2008 года этот мир покинул актер Джамал Георгиевич Маниави. Он снялся в 10 лентах, например, «Двое в пути», «Настоящие тбилисец» и другие, и «Ожившие легенды». Актеру было 68 лет. 1 июля 2002 года из жизни ушел артист цирка, акробат и актер Владимир Владимирович Давейко, фильмографии которого более 11 проектов, например, «Самый сильный», «Смелого пуля боится» и «Всадники». Актеру было 80 лет. 1 июля 2002 года свой земной путь завершил актер, певец и поэт Михаил Круг. В его фильмографии 2 проекта, например, роль в фильме «Апрель». Михаилу Кругу было 40 лет. 1 июля 1996 года не стало актера Виктора Михайловича Бубнова, снявшегося более чем в 30 фильмах. Например, «Друзья», «Ленин в 1918 году», «Именин» и «Пожарский». Голос Виктора Бубнова можно услышать в мультфильме «Маугли». Актеру было 83 года. 1 июля 1984 года этот мир покинул актер Аркадий Михайлович Рубцов. Он снялся более чем в 10 лентах, например, «Следствие ведут знатоки». Актеру было 63 года.